Сразу, пожалуйста, к вашим вопросам. Поднимаем руку и, пожалуйста, громко в микрофон. Иван Мицкевич, белорусский футбол. Леонид Станиславович, а с чем был связан выбор именно Силоса в центре поля в стартовом составе? С игрой. Силос. Связан с игрой. Следующий вопрос, Алексей. Радио столица. Алексей, чуть-чуть громче, пожалуйста. Радио столица, Алексей Терра. Что не получилось сегодня в игре? Чему, можно сказать, команда проиграла? Штрафную видели соперника. И момент в таких играх решает один штрафной, поставленный в нужном месте. Как бы. Хотя поблагодарю свою команду за, скажем, фактически нейтрализовали все их сильные стороны, но первый это штрафной. Здесь уже лотереи, а второе это один раз зевнули. Ну там два за второй тайм. Но фактически голову не дали поднять сопернику. Это очень мощная команда. Следующий вопрос. Если вопросов больше нету, всем спасибо. Все. До свидания.